Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю, Господу. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу. Сегодня вот в прямом эфире с утренней молитвы с нашей Киевской архиепископии всех вас приветствую и благословляю во имя Иисуса Христа. И возношу Богу всю хвалу и славу. Благодарю Бога Всемогущего за этот день, новый день, за это утро нового дня. Милость Божья, милость Господня обновляется к нам этим утром. И место из Писания, которое я вот выделил сегодня и заставкой для вот этого видеотрансляции этой, и для рассуждения, для молитвы сегодняшней. Это 1 Иоанна 4:16 написано: «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Аллилуйя. Познали, да? Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Ой, спасибо, Господь, спасибо. Действительно, познали эту любовь и уверовали в нее, потому что ты есть любовь. Спасибо. Слава тебе, Господь, слава. Аллилуйя. Слава, слава тебе, Господь. Благословен Царь всей вселенной, благословен Бог наш, Отец наш, любящий, чудесный, прекрасный. Слава тебе. Слава, слава и хвала. Боже, и милость твоя обновляется к нам каждое утро. Боже, благодарю тебя, Господь, что сегодняшним утром наши сердца, души наши воспринимают это обновление. Боже святой, слава тебе. Благодарю тебя за твою любовь, которую ты действительно, ты есть любовь. Ты и есть любовь, Господь, без которой томятся души людские, без которой погибает все живое, но в которой оживотворяется все, оживает все, в которой оживляемся все. Мы, Господь, Боже, слава тебе, Господь. Ты есть эта любовь, Господь, океан любви, безбрежный, нет начала и нет конца. Слава тебе, Господь. Благословен Господь, благословен Бог наш, отныне и вовек. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, слава, слава, слава. Аллилуйя, Боже, Боже, слава тебе, спасибо, 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 Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь, спасибо человеческому и ангельскому уму непостижимо. Боже, твоя любовь, ты, Боже, ты и только ты. Это любовь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И чего ты касаешься, все любит. Чего ты касаешься, все оживает. Ты есть воскресение. Ты есть действительно воскресение и жизнь наша. Слава тебе. Благодарю тебя, Господь, за все. И благословляю великое имя твое. Слава тебе. Слава. Благослови, Господь, сегодняшний этот эфир, благослови, Господь, сегодня, Боже, молитву нашу, как фимиам, Боже, прими к престолу славы. Господи, благослови нас, потому что без Тебя мы ничего не можем сделать, Господь, но с Тобою сможем сделать все. Слава Тебе, Господь Святой. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя за великую тайну любви, открытую нам, Господь, и в Священном Писании, и внутри нашего естества, и через рассматривание творений, во всем, мы видим, Господь, Твой перст, Твою любовь, Господь Боже, Твою милость и благодать, слава Тебе. Сегодняшним утром благослови, Господь, нас, благослови народ Свой миром, благослови сегодня и хлебопреломление, благослови, Господь, сегодня это таинство тела и крови, совершаемое, Господь, и вот нами сейчас онлайн, и всеми верующими по всему лицу земли, в разных собраниях, где-то сейчас уже вечер,
где-то деньской уже. У нас здесь в Киеве сейчас, Господи, утро, да, 6 утра, но, Боже, где-то там, в разных собраниях, может, в Китае, где-то в Японии, может, где-то на островах, сегодня, прямо сейчас, в это мгновение, где-то совершается хлебопреломление. По всему лицу земли уже на протяжении 2000 лет совершается это таинство. Таинство любви, вечери любви. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже! Люди с разных убеждений, люди различных национальностей, рас, культур, стран, народов, континентов, Боже, различные теологии, различные идеологии, Боже, преломляют хлеб в разных условиях совершенно. Преломляют хлеб, берут чашу, поднимают чашу и провозглашают победу Твою, Господь. И Твое скорое возвращение ожидают, потому что мы ожидаем этого, Господь. Потому что Ты сказал, доколе Ты придешь, мы совершаем это таинство. Слава Тебе, Господь! Благословен Ты, Царь Вселенной всей. Аллилуйя. Аминь, аминь, братья и сестры. Еще раз приветствую всех вас. Доброе утро, благословляю всех вас. Искупленный Иисусом пишет, да, благодарение Богу, с добрым утром. Олег тоже подключился уже, доброе утро, Сергей. Слава Господу, аллилуйя, аминь. Вот, благословляю всех вас, благословляю свою семью, благословляю супругу свою, детей, внуков. Во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Благословен Бог наш отныне и вовек. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все, Боже Всемогущий. Благословен Господь. Благословен Царь всей Вселенной. Аллилуйя. 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 Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Сегодня у меня проскомедии не было утром. Так получилось. Но прямо сейчас вот совершаю эту проскомедию. То есть подготовку, приготовление к хлебопреломлению, к причастию. Аллилуйя. Я не выделяю это отдельным ритуалом, таким обрядом, но очень, знаете ли, приятно и торжественно вот даже само приготовление. Сам настрой к этому причастию. И само причастие, сама Евхаристия прекрасна. У меня есть виноградный сок. Вы можете тоже использовать виноградный сок. Если нет, то просто даже налейте себе воды. Налейте себе воды. Рассуждая о теле крови Господа Иисуса Христа, совершайте это хлебопреломление со своими женами, детьми, в кругу семей ваших, друзей ваших, на пикниках где-то, или в квартире своей, в домах, в гостях, вот, в празднества какие-то, или просто в будни, утром, собираясь на работу, или же вечером, приходя домой, после трудового дня, тяжелого, допустим, трудного, снова и снова преломляйте хлеб, молитесь, рассуждая о теле крови Господа Иисуса Христа. В простоте сердца, в евангельской этой простоте, совершайте это каждодневно. К этому я призываю и у себя в церкви, и в гостях, когда бываю в церквях тоже. Ну, хотя везде свои традиции. Где-то в церквях даже раз в год принято совершать причастие, да. В других церквях принято, там, допустим, раз в месяц. Ну, большинство протестантов, кому я бываю в гостях в последние годы, они раз в месяц совершают. Общецерковно. Вот. Но кто запретит евхаристическое общение с Господом иметь каждодневно? Никто. Ни папа римский, ни патриарх, какой восточный православный, ни пастор. Никто. Потому что наш пастор и начальник Иисус Христос одобряет все это. Да, спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Вот у меня здесь лепешка, восточная лепешка. Вот моя такая проскомедия, подготовка к этому таинству, к причастию. Да, и Слово Божье. Некоторые говорят, это Библия. Это правда, но это не вся правда, это так полуправда. Некоторые говорят, по-разному все говорят.
Но Слово Божье – это сам Бог. Это сам Иисус Христос, Спаситель наш. Он есть Слово Божье. Олег тоже еще раз написал здесь, да. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры, любви и в одной в наш в шлем надежды спасения. Аминь. Марина тоже подключилась. Доброе утро и мир Божий всем. Аллилуйя. Слава Богу Всемогущему. И слава Господу, что Он оставил после себя не там не Библию, не что-то еще. Он оставил самого себя. Хотя ушел, но сказал, не оставлю вас сиротами. И Он действительно это исполнил. Действительно это Он сделал. Он не оставил нас одних. Нет, Он с нами во все дни до скончания века. И сегодня Он тоже с нами. Сегодня Он тоже с нами, в нас и среди нас присутствует. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. То есть Он как бы и ушел, и не ушел одновременно. Он остался с нами во все дни до скончания века. Поэтому до момента Его такого физического возвращения, будем так говорить, да, видимого всей земле будет, этого, всей земле от края до края, да, будет все это видно, возвращение Господа Иисуса Христа на облаках. Аллилуйя. До того самого момента Он тоже здесь присутствует, незримо только для нашего восприятия, да, незримо для нас. Хотя иногда даже бывают и видения, открываются порой в видениях для верующих. Но чаще всего это незримо, и эта таинственность, это таинство незримого Его присутствия с нами, она потрясает. Да, это таинство, оно потрясает, и эта тайна завораживает просто. Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. То есть Он живет в нас, Христос в нас, упование славы, но когда мы двое или трое собираемся во имя Его, рассуждаем, и в первую очередь, конечно, наше рассуждение подкреплено вот именно действием, да, хлебопреломлением, то Он посреди нас во всей своей силе, во всем своем могуществе. Спасибо тебе, Господь, слава тебе, Господь, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава, слава, слава и хвала. Благодарю тебя, Господь, Боже, благодарю тебя. Да, Он дал Слово, Евангелие, да, записанное, да. Он дал таинство, в этом тоже Он присутствует. Но самое главное, и не это, и не это. Самое главное, Христос в нас, упование славы. Он в нас, Иисус, возлюбленный, в нас живет. Вот это самое главное. Аллилуйя. Аллилуйя. Гряди, Господи Иисусе. Возвращайся, Господь Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь ждет Тебя, Боже Всемогущий. И доколе Ты придешь, доколе Ты вернешься, мы совершаем это таинство. Да, мы читаем Библию, вразумляемся, назидаемся, Господь. Спасибо Тебе. Слово Твое, Боже, записано было учениками Твоими. Спасибо Тебе. Боже, мы совершаем таинство хлебопреломления. Доколе Ты вернешься, мы это сделаем, Господь Боже. Это таинство любви. Боже, Боже, мы влюбленные, Господь Боже. Мы преломляем этот хлеб и благодарим Тебя. Но самое потрясающее, даже не это и не это, самое потрясающее, оно здесь, оно внутри нас. Оно внутри нас, Царство Божье. Оно внутри нас, это Ты Сам, живущий в нас, Христос, упование славы. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь всей вселенной. Благословен Бог наш. Аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава Тебе, Господь, слава Тебе. Наш возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид Его подобен кедру. На подножьях золотых. Вот Он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот Он идет, Бог наш грядет, наш возлюбленный грядет.
Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало. Голубица чистая, вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, Царь возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, слава Тебе, возлюбленный, слава Тебе, слава и хвала, Господь, слава Тебе. Гряди, Господи Иисусе, в эти времена последние и дух, и невеста говорят одно и то же. Боже, одно и то же, если в прежние столетия было порознь, кто туда, кто сюда, то ныне все чаще и чаще мы говорим одно и то же, и Дух Святый, и невеста. Не разное, но одно и то же мы теперь говорим, Господь, все чаще и чаще. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь, слава Тебе. Слава Тебе, Царь всей вселенной, слава Тебе. Ты есть любовь, мы познали и уверовали в эту любовь, Господь. Ты – это любовь, слава Тебе. Любовь, явленная этому миру, явленная всем нам, слава Тебе, Господь. Боже, явленная в Слове Твоем, Боже, да, записанном Слове, спасибо. Явленная в таинствах, да, действительно, спасибо за это, Боже. Но это ничто в сравнении с самым важным, явленным нам. Христос в нас, упование славы, самая великая тайна всех тайн, таинство, таинство. Бог и человек, человек и Бог. Я и Отец одно. Спасибо, Господь. Я – это ты – это я. И ничего больше не надо нам. Мы одно. Мы возлюбленные. Мы вместе. Я тебе принадлежу, мой возлюбленный. Ты принадлежишь мне. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже Всемогущий. И ничто никогда не разлучит нас. Наш союз любви прекрасен. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой, слава Тебе, великий всемогущий Бог наш. Благословен Бог наш отныне и вовек. Аминь. Слава Тебе. Совершаем таинство, читая записанное Слово Божье. Вразумляемся, назидаемся. Совершая причастие, назидаемся, укрепляемся, да, хо, а наипаче углубляемся в эту тайну Христа, живущего в нас, верующих, и царствующего среди нас. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь всей вселенной. Благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя за жизнь вечную, за дар вечной жизни во Христе Иисусе. Дар Твой, жизни вечной Твоей во Христе Иисусе, Господи нашим. Благодарю Тебя за великую тайну любви Твоей. Благодарю Тебя, благодарю за все. Аллилуйя! За все Тебя, Отец, я благодарю. Отдал Ты Сына Своего, Иисуса Христа, послал Утешителя Духа Святого. Благодарю за таинство любви, Господь. Ты есть любовь, человеческому и ангельскому уму непостижимая. Ты любишь всех, и за всех Ты отдал все. Ты отдал душу свою за нас, кровушку за нас свой пролив. Положил жизнь свою за нас. Единородного Своего, Сына Своего положил за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так Ты возлюбил мир, и однажды и навсегда Ты доказал свою любовь, и однажды и навсегда Ты приобрел для нас, для всех, искупление вечное. Боже, слава Тебе! Благодарю Тебя! И ныне великая тайна
един Ты, Бог, и един посредник между Тобою и всем истрадавшимся человечеством. Человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Всех и вся, Твоя от Твоих, Тебе приносящая, а всех и за вся. Тебя поем, Тебя восхваляем, Господи, молимся Тебе, Боже наш. Благослови, Господь Боже, нас сейчас. Один Ты хлеб, нас много, но Ты один за всех, и все за одного. Одна кровь пролита за всех нас. Мы, братья, единогромные Твои. Ты, брат наш возлюбленный, друг наш чудесный, Господь и Спаситель мой, Целитель и Освободитель мой. И нет другого имени для меня во всей вселенной. Нет никого, только Ты, только Ты, только Ты, Иисус Христос. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Твоим именем живу и побеждаю, Твоим именем, Господь, только Тобою, и движусь, и существую. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо. Тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа. Молимся, братья, сестры, и преломляем хлеб в простоте евангельской. Едим, рассуждаем о теле и крови Христа, который есть сегодня ты и я, Христос, живущий в нас. Аминь. Тело Христа. Аминь. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Ты во мне, я в тебя. Ты, я. Он, она, вместе, дружная семья. Ты, Господь, спасибо Тебе. Спасибо. Ты во мне, а я в тебе. Аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Ты хлеб жизни. Ты мой хлеб. Ты моя драгоценность. Ты моя жизнь. Ты моя судьба. Ты моя новая судьба, творящая все новое. И сегодняшним утром Ты творишь все новое. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Аминь. Аминь.
за жизнь всего мира. Ты отдал свою жизнь. За жизнь всего мира. За всех и вся. Спасибо тебе, Господь драгоценный. Спасибо. Благодатью мы спасены, и сие не от нас, не от религии, не от традиции, не от культуры, ни от чего. Ни от церкви, ни от чего. Это твой дар, Божий дар. Спасибо тебе, Господь, за Божий дар. Спасибо. О, спасибо. Спасибо, Господь, Боже, за тело Твое и кровь Твою, которая есть ныне я. Тело Твое. Кровь Твоя. Да, это Ты и я. Спасибо, Господь, спасибо, 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 Господь, спасибо. Спасибо, живущий во мне Христос Иисус, Господь мой Спаситель, царствующий надо мной. Спасибо, что я камень живой. Господь, спасибо. На Тебе созидается моя жизнь, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ты, Иисус Христос. Никто не может положить никогда, никак другого основания, кроме положенного самим Богом. Это Ты, Иисус Христос. И в моей жизни это так, Господь. Ты основание моей жизни, моей судьбы. Основание моей веры, основание всего моего бытия. Здесь, в этом мире и вечности. Спасибо Тебе, Господь. Ты есть камень, отвергнутый религиозниками, политиками. Да, строители отвергли тебя, бросили. Но ты стал главою угла. Это действительно от Бога. Это действительно чудесно и убедительно, и удивительно. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все. Благодарю тебя, Боже всемогущий. Благодарю тебя, что я часть тела твоего. Огромного вселенского организма, миллиарды душ, разных поколений, разных традиций, идеологии, теологии разной. О Боже, спасибо тебе, Господь. Живые камни живого храма твоего, строящегося уже 2000 лет. На основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем Тебя, самого Иисуса Христа, Спасителя, Господа. И Ты есть глава церкви, Ты есть завершение этого строительства всего, Ты есть купол этого огромного храма, блистательный, прекрасный купол, завершение этого храма. Спасибо Тебе, купол скалы. Это Ты, Господь, Иисус Христос. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, Боже, Христос в нас, братья, сестры, упование славы, Христос в нас, Он камень, скала, глыба, на этой скале созидается дом Божий, храм Божий, уже третий храм, самый великий, самый могущественный. Из всего того, что знало человечество, человеческий весь род, ничто даже близко не стоит. Первый храм, построенный Соломоном, он был прекрасен. Потом было разрушение этого храма по грехам нашим. Да, увы, мы до сих пор это вспоминаем. Ежегодно, по крайней мере, вспоминаем. От 17-го Тамуза, да, до 9-го Ава мы вспоминаем те трагедии и даже называем это время Межтеснин по древней такой народной традиции религиозной.
еврейской. Но, потому что и разрушение первого храма, и разрушение второго храма совпало как раз с теми трагическими днями. Но и много других событий в нашей истории библейской и постбиблейской истории произошло трагичных в эти дни, в те дни. И в этом году мы вспоминали до самого 9 ава, вспоминали: «Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все». Кстати, сейчас уже месяц ав завершается. В эту субботу будет уже последний день месяца ав, завершение месяца ав и новомесячие уже нового месяца. Вот. Последнего месяца, если считать от сотворения мира, шестого месяца, если считать от нашего исхода. Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя за все, благодарю тебя, благодарю, Господь. А наипаче благодарю тебя за этот третий храм, святой храм, который славой своей превзошел все, что знало человечество ранее. Живой храм, Божий храм. Спасибо тебе, Господь. Братья, сестры, благословляю всех вас сейчас, благословляю во имя Господне, благословляю свою семью, благословляю вас и ваши семьи, ваши дома, родных, ближних. Благословляю сегодня Киев. Кстати, кто в Киеве сейчас сегодня? Я задержался еще в Киеве до субботы, до шаббата включительно. И шаббат проведу здесь, в Киеве. Вот. А уже в воскресенье с позаранку отправляюсь во Львов. И уже во Львове буду проповедовать, прямо получается, к служению приезжаю. В 10:30 начало на Лемкевский 3 во Львове будет богослужение у моих старых друзей. В Баптистской церкви Бильша Благодать церковь именуется. Вот, это очень классные баптисты, живая церковь такая. Вот, и такая вот, и евангельского такого духа, благодатного духа. Это очень, это прекрасно. Не так много таких собраний, к сожалению, вот, сегодня в христианстве. Но будет, я уверен, все больше и больше таких благодатных собраний, таких именно верящих в Божью благодать, верящих в Божью милость, в Божье прощение, исцеление, освобождение, благословение. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо! Спасибо тебе, Господь! Во Владимир... тоже приезжайте, Олег пишет. Владимир какой? Владимир Волынский, имеется в виду, наверное. Проезжать я буду, в принципе, Владимир Волынский тоже так, проездом. Вот. Если Владимир в России, то это только лишь зимой буду уже, получается. Это только уже ноябрь, даже уже ближе к декабрю даже. Вот так вот, если в России, российский Владимир имеется в виду. России, Владимир. А, да. В России буду. Это получается во Владимире, даст Бог, Нижнем Новгороде. Это в той стороне. Это будет уже ноябрь месяц. Вот, это не так скоро еще. Но молитесь, молитесь. Господь да усмотрит. Тоже вот в октябре напишите мне на Viber, WhatsApp. В начале октября пишите. Уже я там буду, уже буду уже ориентироваться, какие дни там смогу быть во Владимире. Вот, в своих родных Чебоксарах, где я родился, и мое раннее детство там прошло, в Великом Новгороде, тоже в Петербурге, в разных городах, планирую быть в Москве, конечно, проводить семинары в Петербурге, но сейчас я в Украине, и эти недели я проповедую здесь, вот в Киеве, во Львове, в других городах, селах по всей Украине, слава Господу, вот, с благой вестью, евангельской вестью о благодати Божьей. Слава тебе, Господь. Вот, и Viber, WhatsApp, мои все контакты, они все есть здесь вот под каждым видео, полная информация. Вот, а также и как можно участвовать в моем служении. Кстати, в России тоже, там есть карточка Сбербанка. Олег, не пропустите, пожалуйста, отметьте себе, поделитесь с вашими друзьями тоже владимирскими. Всем святым во Владимире радоваться. Бывал я там неоднократно. И в Баптистской церкви неоднократно там проповедовал. Центральный там. Значит, и у Пятидесятников церковь Эммануил не раз был. И у Харизматов. В разных церквях я бывал во Владимире в прошлые годы. Да, первый раз проповедовал там лет 20 назад. Даже больше уже.
Слава Богу. Вот Господь да благословит, особенно Суздаль. Я просто обожаю Суздаль, и не знаю, для меня это как бы жемчужина, просто жемчужинка. Поэтому планирую тоже даже и на пленэр туда попасть, в Суздаль. Очень хочу, хотя бы на недельку, но вот именно просто вот именно рисовать, писать с этюдником и побыть там, вот, в атмосфере этого прекрасного города, сохранившего свою древнюю такую красу. Да, пусть Бог благословит вас, братья и сестры. Кстати, храм Покрова на Нерли, ну просто это отдельная история, это жемчужина, просто жемчужина. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Вот, благословляю всех вас, благословляю сегодня Израиль, благословляю сегодня столицу возрожденного еврейского государства, город Иерусалим. Шалом, Иерусалим, мир тебе, Иерусалим, благословляю во имя Господа Иисуса Христа. Всю нашу истрадавшуюся землю, народы, страны, племена благословляю во имя Иисуса Христа этим утром. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас. И кто в Киеве, приезжайте сегодня к 2 часам, к 14.00 на Вереснева 24. Это Дарницкий, где Дарницкий вокзал, Дарницкий рынок. Вот площадь парк партизанской славы в том районе как раз. На левом берегу. Приезжайте, пожалуйста. И до 16.30 у нас там общение будет братское. Вот, кто приедет, братья, сестры, будем общаться, молиться вместе. Там часовня это святого Иосифа Прекрасного. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.